Не забудь заехать в офис и отдать бумаги. Новый проект на следующей неделе. Нет, сегодня без меня. У меня дома куча работы. Подожди. Да, я тебе перезвоню. Отпустите мои руки. Не отпущу. Отпустите мои руки. Это мой кот. С каких это пор он ваш? Потому что я подошла к нему первая. А по-моему, мы подошли к нему одновременно. А вот и нет. А вот и да. Бедняжка. Отдайте мне котенка. Вам? Да вы же его только что чуть не убили. Лапкой ударился. Что с лапкой? Ничего, с лапкой все хорошо. Ушко. Ушко маленький. Да не трогайте кота. Вы же его чуть не убили. Это я? Вы. Вам вообще доверять. Отпустите меня. Я вам жизнь спас. Хотя бы спасибо сказали. Спасибо. Ну что ж, заговорился с вами. Мне пора ехать. Куда ехать? Котенок проголодался. Мы поедем с ним в кафе. Подождите, какое кафе? Вы не можете забрать просто так котенка, а потому что он не ваш. И не ваш. Ну что вы стоите? Садитесь в свою машину и поезжайте за нами, если, конечно, вам еще нужен котенок. Послушайте, вы самый ужасный человек из всех, кого я когда-либо встречала. Прошу. Извините, можно? Здравствуйте. Здравствуйте. Что вы будете заказывать? Что вы будете? Кофе, пожалуйста. А сливки у вас есть? Да, конечно. Чашку сливок, пожалуйста. Хорошо. А у вас есть какое-нибудь домашнее животное? Да. У меня была кошка, но она умерла неделю назад, вот. Простите.
Ваш кофе. Спасибо. И сливки. Спасибо. И сливки. А у вас есть домашнее животное? В детстве у меня был кот, но сейчас нет. Хотя, знаете, я очень хочу себе кота. Я очень люблю котов. Ах, так вот для кого нужны были сливки. Да. Извините, но у нас нельзя с домашними животными. Понимаете, девушка, мы нашли этого котенка на дороге и никак не можем решить, кто из нас его заберет. Я думаю, он должен быть общий. Может, поблизости есть какое-нибудь кафе? К сожалению, нет. Но здесь есть замечательный парк. Ну, тогда пойдемте. Пойдемте. Конечно, я, наверное, зря согласилась с вами поехать. А вы могли бы мне отдать этого котенка сразу? Пойдемте. Садитесь. Я кое-что придумал. Это такая игра. Мы кладем котенка посередине, а сами садимся по обе стороны от него. И тот, кому он первому придвинется, его и забирает. Хорошо. Вы заготовили какой-то трюк? Нет. Просто так будет честно. А мы ведь с вами даже не познакомились. Как вас зовут? Кэтрин. Извините, как? Меня зовут Кэтрин. То есть сокращенно Кэт. Ну да. А вас как зовут? Вы не поверите. Том. Да, вот так совпадение. Ой, кажется, котенок уснул. А, извините. Вам не больно? Да нет, нет, что вы. Башка-то ведь у меня каменная. А вы не ушиблись? Я нет.
Знаете, я давно вам хотела кое-что сказать. Понимаете, у меня есть одно особое обстоятельство в мою пользу. Особое обстоятельство? Так вот, сейчас у меня дома лежит одна вещь, которую я шила для своего котенка, который умер неделю назад. И что это за вещь? Это пижама. Пижама для кошки. Вставайте. Вставайте. Вы победили. Этот котенок ваш. Послушайте, это нечестно. Честно. Человек, который шил пижаму для кошки, достоин этой победы. Хотя, знаете, мне кажется, он хочет остаться у нас обоих.